Ниже 9-го место Бильбао не опустится в этом чемпионате и выше 7-го не прыгнет. Таковы реалии. Момент возникает, удар, гол, но этот гол, видимо, не будет засчитан. Да, Осасуна в переводе с баскского «здоровье». А это, как я понимаю, самый, что называется, болельщик Атлетик Бильбао. Момент, вот и первый удар в створ ворот. Хорошо играет Эррера. Про Беллингера что мы можем сказать? Он достаточно часто выступает и неплохо в роли ассистента. А в прошлом сезоне стал еще и лучшим бомбардиром. А вот, может быть, будет голевая передача. Первое касание Беллингера, и выводил он. Но потери домашние привели к тому, что в середине турнирной таблицы. Это команда, и, судя по всему, в середине турнирной таблицы закончится этот чемпионат. Вопрос, на каком месте? Я уже говорил, сейчас команда 9-я может оказаться и на 12-й позиции. Количество в качество, наконец-таки, у нас превращается, да, в гол. Переходит это самое количество в качество на 33-й минуте. Очередной угловой. И кто? Беллингер, вышедший на замену вместо получившего травму Рауля Гарсия, хорошо выбрал позицию напротив ворот и забивает. Хорошая подача, здорово выпрыгивает. Он не так высок, Беллингер, но как оттолкнулся от газона, как взлетел и перевисел в воздухе в этом игровом эпизоде Дарка Брашенца 8-го номера. Великолепно сыграл Алехандро Беллингер. Ника Уильямс точно играет младший. Ой, как здорово, Муньяин, ну надо забивать. Старшему Уильямсу бьет в ближний угол и не пробивает Серхио Эррера. И можно направо Беллингеру и налево брату. Какое решение? На брата. И удар схода в касание. Вратарь вновь на месте. Намертво сразу не удалось Серхио Эрере мяч забрать. Муньяин сохранил мяч для своей команды. Сыграл удачно капитан. Ерай сильно вперед. Отличный заброс на скоростного Иньяки Уильямса. У того еще есть керосин, есть бензин. И на этом керосине, на этом бензине он добегает до голевой передачи. 2-0. Атлетик Бильбао на 79-й минуте. А Ерай-то остался. И какую пасище-то отдал со своей половины поля. Все могло еще поменяться. Измениться не в лучшую сторону для хозяев, и наоборот, в лучшую для гостей. Но после этого гола шансов на победу куда больше у басков. Здорово. Хорхе Фигейро Баскес останавливает игру. Он ее заканчивает в 37-м туре на Сан-Мамес. Атлетик переигрывает Осасуну 2-0.